Бог готов начинать с вами изучение законов, обычаев праздника Пурим из Адарпа книги Разамир Коэна, и разумчат евреи Тора, и нишмат Коэна, и верим в лам. Авиат и дарушим, урхами, бурхами, бен зерпо, урсаби, шаул бен Доворо, вагам Элумир бен Нехадам, вагам Сара бат Зулай, ласахатам Исруфатам Исраэль, ласахатам Исраэль. Сара бат зерпо. То, мау цхок. Сода цхок васимха. Секрет, он говорит, секрет смеха и радости. Что такое смех? Туфаа мэнинит ледрошет хэсбер зои пиулат ацхок ха-эноши. Шахаре ацхок энока ямбе холи цуре абрия. Милвад адам. Он говорит, вот это то, что у нас есть качество смеха, то, что мы можем смеяться, нуждается в объяснении. Потому что смеяться может только человек. Из всех созданий смеяться и улыбаться может только человек. Ху эно בנימצא אצל אותם שלמעלה מאדם מלאכים, ולא באותם שמתחתיו בעל החיים. У этого смеха нету не у тех, которые выше людей, у ангелов, и у тех, которые ниже, чем люди, у животных, нет у них смеха. האפשרות לצחוק צחוק אמיתי ומלא קיים רק באדם, משום שנברא בצלמו של מי שעליו נאמר, יושב בשמיים יצחק. Он говорит, вот эта способность смеяться, действительно от души радоваться, есть только у людей. Почему? Потому что только человек создан по образу и подобию Всевышнего, про которого сказано в Таилиме, сидящий в небесах будет смеяться или смеется. Нидмонен беомкам шель дварим. Давайте поразмыслим о глубине этих вещей. Эцем тофаат ацхок гу девар пеле. Шаре адам цохек лахар шемахалах цефуй. משתנה לפתע למצב אחר שהוא בלתי צפוי לחלוטין. וזה המורר פרץ חוק. Когда человек смеется, когда происходит что-то неожидаемое. То есть он ожидал одно, а появилось что-то другое. Например, человек просто видел, что человек идет, и он должен был просто идти. Но он, тот, кто шел перед ним, подскользнулся на банановой шкурке и упал. Что получается? Человек начинает смеяться. Почему? Ожидал одного, а получилось другое. Но это не совсем правильный смех. Веюшев башамам исхак написано, мы сказали, сидящий на небесах смеется. Эйно кесохек бне адам. Его смех не как смех людей. Цехок адам эйно эла бево умашал лисхок элион. Хасхок элион би уро шинуй маалах шу цафуй у батуах эцер бне адам мишум мабатам хамецумцам. למהלך הופכי ושונה לחלוטין. Почему люди смеются? Из-за того, что мы сказали, человек ожидает один результат своим поверхностным пониманием сути вещей, а получается другой. И из-за этого ему становится смешно. כגון כאשר באות פרעו משליך לילדים ליאור בשביל להרוג את מושיעם של ישראל, נמצא משה רבנו בבית פרעו וניזון וגדל על חשבונו. А Всевышний как смеет, что говорит? Йошев машамай мисхак. Гамка ашер роэ эт хаман шокет лахин лацмо эт эцат лия. У батуах ше осе зот авур Мордехай. Что значит сидящий на небесах смеется? Он говорит, в то время как фараон бросал в море и в реку еврейских детей, для того, чтобы, как он думал, уничтожить еврейского избавителя. В это время Моше Рабену рос у него на коленях. В его дворце. То же самое, когда Хаман готовил виселицу, как он думал, для Мордехая. Всевышний смеялся. Для кого готовил? Для себя. ואף האדם שנברא בצלם אלוקים צוחק בכלי הגוף שקיבל בעת תפינת מפתח. כשם שאדם מדבר בשונה מכל בעלי חיים. Поэтому он говорит, и так же человек улыбается, смеется, когда он видит, что что-то происходит вдруг, непонятно, не должно было это вроде бы произойти, это происходит. И он говорит так: кешем ше адам медабер бешоне микол бальхаим, мишум ше нивра бецелем элоким ше бара эта улам бедибуро, улам адибур аэноши митбаца беэмцаут кле хомер шел пе шинаем элашон, ואינו אלא בבואה ומשל לדיבור האלוקי שאינו גוף ואינו דמות הגוף. אף הצחוק האנושי אינו אלא בבואה ומשל לצחוק האלוק. Точно так же, как речь человека. Человек – это единственный человек, единственное существо, которое может говорить. Почему? Потому что создан по образу и подобию Всевышнего, который создал мир как
словами говоря, сказал, да, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и так далее. Но, в отличие от Всевышнего, у человека есть физические части тела, благодаря которым он может говорить. Его рот, его зубы, его язык. Всевышний говорит по-другому. И то же самое, то, что мы улыбаемся, не значит, Бог также улыбается. Это как машаль-нимшаль. Мы говорим, то есть Хахамим объясняет, Тора говорит, чтобы мы поняли, что как бы Всевышний говорит или Всевышний улыбается, для того, чтобы нам было понятно, как бы есть, можно сказать, те эмоции или то, что происходит. То, что как бы мы можем осознать и понять, так мы это проецируем и на то, что как бы делает Всевышний, что Всевышний говорит или улыбается и смеется. Но на самом деле это на, намного больше и более духовные вещи. Да, но это образное выражение. Как бестелесен. Да, это правильно. Вот это то, что мы говорим. Это образное выражение для того, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Без радости продолжим в следующий раз. Баруха Дунай Леулам. Амин ве амин.